Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить Ship Wreckers Overboard. Остановились мы с вами, значит, вот здесь тогда в конце. И, короче, я профейлился и затупил, и все проебал. Меня там убили. Тут, короче, быстренько берем это. Тут берем сейчас вот это. И надо аптечку взять как-то еще одну хотя бы. Мне в комментариях просили попробовать, что за молния такая, что за оружка. Чтобы, типа, протестировать хоть на ком-нибудь, не успею. Ну вот так не должен сдохнуть. Же. Да, спасибо. Так, а подожди, а ты что тут, чувак, стоишь? Как бы мне его так шибануть, а? Может быть, вот так? Бум! Блин, а куда они летят-то? Заново. Заново, я не хочу жизни тратить, блин, на этих придурков. Гребаных. Сука. Давай сюда, подошел. Быстро подошел, сказал ракетчик. Да ну и нахер тебя. Так, а где там это? Аптечка-то. Аптечка вот здесь. И аптечка... А где я, подожди, хотел аптечку взять? Тут или там? Или там нет аптечки? А, я там хотел аптечку взять. Окей. Молния. Что за молния? Что она хочет? Ладно, попробуем сейчас. Сейчас попробуем, подожди. Мне нужно, главное, как-то заебенить вот этого чувака и как-то... Ну, ах ты, сука. А ты так-то охерительно делаешь. У тебя патроны бесконечные, да? Походу. Сука. Ладно, стану вот так. Смотри, должен достать. А до этого достану. Нет? Один минус. Хорошо, окей, отлично. Так, все делаем аккуратненько. Это у нас апгрейд молнии, да? Или же... А, нет, это первая только молния. Ладно, короче, полетели вон туда, где этот, как его сраный называют-то. Карта. Заберем карту. Потом пойдем дальше. По кругу. А тут я не успею, да? Блин, не успею. Успел бы, блин. Ну ладно, окей. Зато жизнь взял. Так, что у нас здесь? У нас там сундучки, там у нас ничего. Давай, ладно, возьму попутно здесь сундуки. Там у нас жизнь. Жизнь нам не надо. Жизни у нас так хватает. Боковые вот. Я так вижу вот эти вот хорошие прям пушки. Прям шмаляют только так. Конечно, их по 5 штук сразу вылетает. Во! Мне вот сюда. Ай! Ты что трогаешь меня? Я так не договаривался с тобой. Мне вот надо вот сюда на первым делом, потому что здесь пушка. То есть... А, нет, не пушка, это говно. Блин, а, пушка же надо пушка. Ну, елки-палки. А ты можешь быстрее летать? Или что, не пойму. Не, он быстрее не может летать. Я думал, это... Я забываю, что это не пушка. Это просто вот эти вот говёная оружка, которая срет на земле и ничего не делает. В принципе. Вообще. Нахрена она нужна? Там есть аптечка, но мы ее пока оставим. Пушки мы возьмем. Чё там взорвалось-то? Сука! Вот и протестировали молнию. Вот а такое она делает, типа, ну ладно, протестируем тогда лучше на кораблях каких-нибудь. Так, куда мне лететь? Мне нужно вот сюда перелететь, вот сюда вот. Только там меня ждет подстава очень сильно большая. Давай я сначала вот сюда прилечу. Тут возьму сундук, чтобы потом не возвращаться к нему уже. Там аптечка, там ладно, окей. Так, берем это, летим туда. Ах ты, сука. А если я тебя вот так, слышь? Где ты там? Хочу попробовать. Можно! Ха-ха. Пушкой можно сбить, прикинь, только когда я летаю. Быстрее! А, не успел. 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 Или не успел. Забрал? Так, спокойно, там куча народу будет. Ах вы суки. Пошел ты со своим огнем, падла. Блин, их там до хера. Так-то. Так, попал. Попал. Один минус. Ну-ка, кто на меня еще? Давай своими сраными подляшами. Блять, как ты меня попал-то, сучера?
сучера, блядера. Сдохни, падла. Блин, их надо... А можно их поджигать, интересно, или нет? Тоже вариант нужен. Быстрее! Опа! А чё, не это, не портует, да? Ладно. Так, где я? Я поехал не туда. Хорошо, блин, половина энергии. У меня вопрос. Огонь будет их жарить или нет? А тут куда труба ведет? Труба хрен знает, куда ведет. Ладно, давай возьму огнемет, попробую. Ну, сейчас щемать как-то нужно будет быстро очень. Нихуя, они вообще не жарятся ни разу. Там это только летающая падла. Почему ты не жаришься, сука? Жарься. Подожди. Оп. Воу, воу, а, это ракетчик. Ну, ракетчик это... Ой, бля, это кто? Их так много, а чё ты не жаришься, ты падла? Он не жарится, так нечестно. Они не жарятся, я отвечаю. Бум! Бум! Да как? Падаль ты! Деревянная. Да иди ты в задницу, блядь, они не жарятся, я отвечаю. Где-то тут водопад должен быть. Ни хрена! Да все, это мне пиздец. Да мне пиздец там, потому что уже все, у меня жизни нету. А их тут миллиард просто. Да, привет. Угу. Так, а я сохранился здесь. Хорошо, давай тогда протестируем молнию. Вот, хотели протестировать молнию, давай протестируем, блядь, молнию. Что это за херня такая? Блядь, цепная молния, охереть. Воу-воу-воу-воу, тихо. Да-ра-ра-ра-тара-ра-тара-ра-тара-ра. Всех херачит, и верхних, и нижних. Вообще шикарная штука. Оп-па-па. Где ты? Убил, что ли? Цепная молния, вот эта штука. Ой, блядь, это же эта херня. А это куда улетел? Ай, блядь. Ладно, цепная так цепная. Отличная штука. Довольно-таки охерительная, только их надо побольше. Они что-то быстро улетают прям. Так, где следующая? Ай, по диагонали. Вы серьезно? По диагонали? А чё не это не подряд? Так, где эти ублюдки-то? Сука! Да как ты меня-то поджарил-то, подлец? Они какие-то неадекватные вот эти вот. Так это... Не, это пиздец. Это я отвечаю, что это пиздец. Это чё за херня такая? Их поджечь, во-первых, нельзя. Сука, ещё у меня первый уровень это. Ладно, иди сюда. Не попал. Если так. А до двух минус. Отлично. А этот, сука, падла, не захотел так ехать, да? Езжай за мной, чё ты ссышь? Ты скотина. Мне надо, чтобы он застрял просто. Вот езжай сюда, вот так вот. Где ты? Где ты? Вот все, стой там. Встань и застрянь. Ты падаль. Да ты падаль. Он падаль, я тебе отвечаю. Так, где он? Есть. А что у него один выстрел? А, значит, он тогда поджарился на этой херне. Ну, значит, она полезная. Бывает. Эта штука. Так, это возьму. Кошмар какой-то. Они раз попадут в меня, и все, я сдох. Потому что они огнеметчики. Ссаные. Так, а ты чё? Чё ты не стреляешь? Я вот думаю, дай, давайте, знаете... Как-то что ли, то ли идти по порядку. Потому что если я начну сейчас не по порядку идти, это, блин, будет очень сильно... А чё ты не берешь? Это будет сильно надолго, если я буду кататься кругами. То есть я сейчас возьму вот эту аптечку. Попробую во всяком случае ее взять. Плохо, что нельзя дирижабль отключить. Есть. Так, хорошо, берем теперь вот тут, чтобы потом не кататься, я по кругу вот так пролечусь. Все соберу, все вот эти ящики, херящики. У меня нет еще двух оружек. Ну, молния, конечно, шикарная штука, вообще выносит только так. А, вот и минки, смотри. Только сказал. А, вот еще одна штучка. Окей. Так, ну минки, что у меня там по минках? 125 штук, ой, это до хера, я их за всю серию не выставлю. Тут что есть? Там аптечка есть, хорошо, но пока пускай она там побудет.
Мне нужен апгрейд пушки. Первой. То есть вообще пушки, в принципе. Вот, это бочки. Я не понимаю, для чего бочки, абсолютно. Они что-то какие-то тупые. Достану. Блять, не то. Сука. Да я же достаю, Да ты. Ну-ка. Ну-ка, стой там на месте. Чё так быстро сдох-то? Я же его не трогал. Так, а мне вот сюда в центр нужно, потому что там сокровище. Моё сокровище. Привет, чувак. Можно тебя обогнать? Воп-воп-воп-воп. Смотри на перегонки, как попёрли. Аптечку пока что не берем. Блять, еще один дредноут. Ты куда плывешь? Ну-ка, стой на месте там. Суча! Ра! Хотел сказать. Иди сюда! Подойди поближе, не достану. Слышь? Подплыви, пожалуйста. Ты, сука, падла. Ладно, мне все равно держабль нужно будет включать. Хоть так, хоть иначе. Сейчас, может, я его отсюда разнесу. Так. Да, все работает. Отлично. Я не пойму, он быстрее плывет, когда я вверх нажимаю или нет? Воу! А что так быстро выключился-то? Так. Еще где-то др... Апгрейд молнии! Берем! Быстро берем. Вот это сейчас будем шмалять. Апгрейд молнии нужно взять по-любому. По-любому. Эта штука очень мощная. Она просто выносит всех и вся. Только главное, чтобы мне не напороться на вот эту вот херню. Давай! Есть, взял! Так, подожди, надо как-то... Хотя, чё это я? Чё это я ссыкую-то, а? 146 молний у меня. Давай, прыгай. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Бум, бум. Не бери. Пушка. Какая? Боковая. Бляха. Апгрейд боковой пушки, ну ладно. Хотя бы это тоже очень, сука, полезная вещь, смотри. Подплываем вот так и херачим. Вот пушка еще одна, первого уровня. Та, что первая. Какой длинный уровень, сука. Сложный и длинный. Давай, наверное, сначала вот сюда полечу, чтобы потом уже не поворачивать туда. Сейчас возьмем минки, там зарядимся, все дела. Так, чувак, Да ты не трогай меня своими лапишками. Так, там есть еще одна аптечка, но он мне немного снес энергии. Так. Пушка, бля. Блям-блям-блям-блям. Так, я уже Ой, я как раз по диагонали и приплыл, отлично. Там все равно ничего нет, я так понимаю, под, ну, за этими штуками. Мне еще надо три штучки найти. Вот этих вот, две. Пушка первого уровня есть. Буду дальше стрелять. Так, смотри, что мне нужно. Нужно мне карту взять. А я давно не сохранялся, кстати. Чего вы молчите, ребятки? Я же должен сохраняться здесь везде, прям и постоянно. Просто даже не выключать эту кнопку. На автомате должно там что-то стоять, какую-то вещь мне нужно типа, поставить, типа, знаешь, такую, как сказать, какую-то автоматическую хрень, типа автоматический палец, чтобы каждые мне 10 секунд сохранение делал, блин, в этой игре, ну это просто жесть. Так, хорошо, берем тогда карту, получаем пиздюлей, я так и понял. По трубам же можно путешествовать, это же намного быстрее. Правильно, я так понял. Смотри, секреток у нас вроде не наблюдается пока что. Так, ну-ка давай опустись. Что мне будет нужно? Мне нужна будет молния. Ща будет весело. Сука! Да ты падаль, я тебя ненавижу, ублюдочно. Да пошли вы нахер все. Я уже не успею до этого, до водопада, так что придется гореть, а что делать? Ну, сука, ну я это, ну бля. Я что, виноват, что ли? Да хорош гореть уже! Да а что ты так долго горишь-то? Объясняйся! А что он так долго горел-то? Меня 5 чуваков выскочило. Сука, сдохни, блядь. Вот эта молния шибарит. Блин, 70 штук осталось. Давай, ладно, оставим ее. Тут у нас ракеты. Но ракеты нам, в принципе, не сильно-то и надо. А ну-ка, появится тут кто-нибудь? Блядь! Спасибо. Хорошо, что я сохранился. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Вот я не вижу, они попались? Не... Попались! Не понимаю. Да ты, сука, он не попадается вообще ни на раз. Попался, сука? Попался, ладно. Это один только. Потопили мы. Так, а где еще? Там же были еще. Ба-ба-ба. А... Или вот это он... Не, не это он. Он по прямой стреляет, окей. Ладно, это не так страшно, когда он по прямой стреляет. Его можно загнать и стрелять в бок. Так, что там? Я карту взял, а карта теперь там. Поедешь? Не поедешь? Не поедешь. Ладно, мать, я так. Одна где-то у нас сокровищница осталась. Где она есть? Тут есть аптечка, но я не знаю, где сокровищница одна осталась. А где, подожди, где ее искать теперь? Спокюхинь-трынь. Тут кто? Так, а тут боковые. Боковые это плохо. Ну, сука, падали. Идите нахер! Как они меня бесят, эти ублюдки. Ладно, ну-ка, пошли сюда все быстро. Оба, 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 оба. Ну-ка, давай, за мной, за мной, за мной, ребята. За мной, просто ровненько плывем, ровной кучей. А им похер вообще. Не, не похер, смотри. Бомбы очень слабенькие. Ну, что, троих потопил, смотри. Секреток тут нету, хорошо. У нас осталась одна карта. И там еще одна. И где-то одно сокровище еще нужно найти. О, я уже понял, где, наверное, скорее всего. Потому что там дредноут, я его не убил. Эй. Ну да, вон оно. Давай заберем сейчас, потому что я забуду. Я реально про него забуду, и все, и кранты. Мы потом будем искать его еще 74 серии. Жизни, жизни я, наверное, не буду брать, все равно она мне не нужна, я буду все за одну жизнь делать, потому что тут жизнь, если ты просрешь, ты будешь заново весь этап херач. А я не хочу этого делать. Так, там, а потом туда. По диагонали щемануть. О, я знаю, как быстрее. По трубам. По трубам пойдем. Так, а что мне тут? Давай я в молнии потрачу. В принципе. Стоп, не бери. Спасибо. Я сохранюсь. Ага. Ага. Давай ко мне. Ага. Давай ко мне. Отлично. 70 молний ушло, прикинь. Так, ну поехали, короче, по трубе. Так будет быстрее намного. Чем плавать, кататься, там еще чуваков бить. Нахрен они мне сдались. Я вот так вот лучше попутешествую по трубам мира. Прочищу как раз заодно. Так, и тут сейчас появится. Блин, а у меня мало этих, мало молний. Так, там у нас... Давай боковые возьму, скорее всего, лучше. Тихо. Спокехендрин. Худжа. Кто там еще? Ходжа! Ха-ха. Иди сюда. Так, эта скотина там что-то выставила. Ага, молнии выставила, сволочь. Так, кто там летит? Че так долго-то? Алло, истребитель, ты же истребитель, или кто ты? Че так медленно летаешь-то, падла? Не туда. Где ты там? Привет. Ой, ты меткий такой, пипец. Ты бесполезная штука. А что, я все нашел? 32, 32, все, можно на выход идти. А выход у меня на базе. Отлично. Привет. Ты уже мне не нужен нахрен. Так, я за один полет не успею на базу. Поэтому делаем пересадку где-то вот здесь. А теперь едем дальше. Хотя, может быть, и успел бы. Но я не хочу рисковать. Потому что сдохну к херам вообще. Тут у нас ракеты, все дела. Молнию, ну, нужно на молнию собирать. На босса, наверное, на какого-то, на главаря. Нужно собирать, короче, молнии. Вот они прям херачат. То, конечно, они в упор бьют, но все равно. Они, можно просто тупо вокруг него плавать, например. Или же за ним, там, где он меня не может достать, например. Или просто не может ударить. 22. Опять летучки по летучке, да? Музычка такая. О! Вот это вот вещь.
Это вещь. Так, кто там? Никого? Так, это... А на рифе нельзя напарываться, я так понимаю, да? Один уже есть. Так, огнемет апгрейд. Зачем? Что это? Блять, гребаные заваляпные голубые волосы. О, килак, облака. Облака, в смысле. Блин, тут я не проеду, а там облака меня бьют. Да, блять, сука, какого хера вы тут появляетесь-то прям просто на ровном месте? Сучарки. Они меня уже подкоцали, падлы. Вот еще тут будут появляться эти сволочи. Ядрёха! Сколько вас? Привет, так а вы никчемные, вы же ракетчики. Давай быстрее сюда ко мне, бля. Подошли! Подошел еще кто там. На, на, на. Да, блядь. Что-то плохой с меня пират. Плохой с меня капитан. Да, капитан я, блядь, еще тот. Ха, смотри, боу, залп! Блин, нормас. Так, там у нас зеленый плавает, пускай себе плавает. Так, у нас тут два выхода есть. И мы, скажем так, на этом закончим на серию. Ну, этап тот просто кривой был. Блин, не то, что кривой, он очень долгий был. Большой, долгий и интересный. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Молнию попробовали, все нормально. Еще что-нибудь попробовать. А, что, уже пробовать нечего. Ссылки на плейлисты там под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. Ха-ха! Shipwreckers! Shipwreckers Overboard! Всем пока!